В нашей школе открылось первичное отделение российского движения детей и молодежи. С начала этого года такие отделения будут активно открываться по всей нашей большой стране. Движение объединяет учеников школ и студентов и разделяется на много разных направлений. Это и медиа, это журналистика, это и культура, это всевозможное творчество, это и спорт, это и туризм, да, то есть помимо, конечно, волонтерства, они могут заниматься любым направлением, которое их интересует. Очень много есть ветвей развития, в которых они могут поучаствовать. На данный момент 10 детей уже подали заявление, но в дальнейшем, конечно, мы планируем, что каждый ребенок этой школы будет официально в движении, российского движения детей и молодежи. Наша школа в числе первых открывает первичное отделение, всего таких школ 4, ну и, конечно же, в дальнейшем все школы Красногорского района подключатся и активно будут участвовать в российском движении детей и молодежи. Я сегодня поступила в такое движение, как Российское движение детей и молодежи, которое, как я думаю, дает очень много преимуществ не только школьникам, как это было раньше, но и всем детям в нашей стране. Сейчас появилось очень много разных направлений, и каждый может попробовать себя в них, чтобы понять, чем ему будет нравится заниматься в будущем, ведь, как я думаю, это отличная возможность выбрать себе будущую профессию. Я выбрала туризм, так как мне очень нравится изучать страны и их культуру, особенно языки. Я знаю несколько языков.